В среду в областной столице вспоминали первого главу города Твери Александра Петровича Белоусова, которому 20 июля исполнилось бы 75 лет. В день годовщины на кладбище в Дмитрово-Черкасах прошли памятные мероприятия. Почти два десятка лет родные и близкие, бывшие коллеги и сотрудники администрации города приезжают сюда, чтобы почтить память Александра Петровича Белоусова. Он очень был доступен. Пока он проходил от своего дома до городской администрации, его встречали и дворники со своими проблемами, и жители со своими проблемами. И со всеми он, так сказать, разговаривал, запоминал. А когда проводил планерку, значит, ему не нужно было выходить. Он уже полгорода прошел пешком и мог уже, извините, своим замам раздавать всем сестрам по серьгам, если было за что. Но, как говорится, когда он ругал, никто на него обижался, потому что ругал он за дело. Я лично его считала всегда другом, учителем и очень-очень хорошим человеком. Я думаю, что и город потерял, и мы потеряли многое, так расставшись с ним. Но мы помним его, народу много, приходит видеть, цветов много. Помним, любим, знаем. Пока мы живем, я думаю, в нашей памяти он будет всегда. Александр Белоусов родился в селе Осташиха Максатихинского района. Окончил Бежецкий машиностроительный техникум. 10 годами позже – Калининский политехнический институт. А уже в 90-е – юрфак Московского института государства и права. Работал бетонщиком, инженером-технологом. Затем его карьера была связана с комсомольскими и партийными организациями. В 1987 году он возглавил горосполком и находился на этом посту до первых в истории выборов главы города. 27 октября 1996 года кандидатуру Александра Белоусова поддержало большинство тверичан. Всю свою сознательную жизнь он отдал городу, по большому счету, и служению именно его жителям. Даже в те дни, когда мы с ним виделись, и когда он проводил время с семьей, с внуками своими, все равно это был всегда человек, который дарил доброту, любовь, всегда готов был выслушать, дать хороший совет, вот, наставить в каких-то вопросах. Александр Белоусов руководил Тверью в один из самых сложных исторических периодов – в 90-е годы, когда вся страна переходила к новой экономической и политической формации. Доработать второй срок в должности главы города до конца ему не удалось. 9 апреля 2003 года Александр Белоусов скоропостижно скончался. Сегодня он по праву входит в число наиболее выдающихся тверских политических деятелей 20 века. За большой вклад в развитие областного центра Александр Белоусов был удостоен звания «Почетный гражданин города Твери».